Уже 20 июня в Казанском федеральном университете, как и по всей стране, стартует приемная кампания 2022. Университет уже второй год является участником пилотного проекта «Поступление в ВУЗ онлайн». Будущие студенты смогут в несколько кликов отправить все необходимые документы через привычный для многих россиян портал госуслуг. Можно подать документы из вот единого окна под названием «Поступление в ВУЗ онлайн». Это все можно сделать с телефона, через приложение госуслуг, в таком упрощенном формате, без посещения приемной комиссии. Помимо госуслуг, у абитуриентов есть еще несколько способов подать документы в ВУЗ. Например, через платформу «Буду студентом». Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте, загрузить необходимые документы в формате PDF, среди которых паспорт, аттестат и фотография. Результаты ЕГЭ будут уже загружены сотрудниками приемной комиссии. Также для поступления остается и очная форма, для которой требуется все тот же перечень документов. Мы стараемся в очный прием не направлять людей, потому что все-таки это век технологий, и мы стараемся привести это все к цифровому документообороту. Александр Бибик отметил, что относительно прошлого года изменения для абитуриентов, знакомых с процессом поступления, будут незначительными. Основным нововведением в этом году является процесс подачи аттестата о среднем общем образовании. Подлинник, оригинал, то есть в ВУЗ до окончания срока приема, заявление о согласии на зачисление и вот как раз срока предоставления данных подлинников. По плану приема Казанский федеральный университет готов принять на первый курс по всем формам и уровням обучения 14 тысяч абитуриентов. Среди этого количества 7073 места выделено для бюджетной формы обучения. Напомним, что ВУЗ в этом году сохранил цены для обучающихся по договору на уровне 2021 года. Наталья Жирнова, Фарид Захитаглы, Универньюз.